Михаил, реализовали важнейшее большинство. Можно об этом поподробнее. Я так понимаю, удачно расположились в зоне. Саттери не видел просто момент вашего броска. Вы удачно прицелились. Да, примерно все так и было. Паша Корнухов вышел специально на брас, не выиграл его. Отборолись, так шабочку подвигали. Ну, я так решил, что надо бросить, удачно попал. А в целом, по периоду, какие ключевые моменты отметите? Финны были немножко не похожи на себя, не было такой вот вязкой игры, которую они обычно предлагают, сразу поперли на пятак. Да, я думаю, наверное, все-таки то, что мы первые забили, финны так, наверное, у них, наверное, другой план на игру был, поэтому так они немножко пошли вперед уже. У нас нервозность присутствует, несколько потерь в средней зоне, надо играть попроще, принимать верные решения. Спасибо, все будет хорошо, спасибо.